себе доложить. Доложу до вашего сведения, что во время моего дежурства происшествие не допущено. Смена прибыла своевременно, в полном составе, за исключением рядового грузчика по болезни. Экипаж проводил ответственное руководство, капитан КТА обслуживания занимались согласно распорядка дня, проводились мероприятия, прогулки на отрядах, завоз продуктов, вывоз на частот. Контроль качества приготовления пищи проводился совместно с медработником. Жалоб, заявление поступало. С 11.20 до 13.05 было отключение электроэнергии. Проводился обход жилых производственных объектов, КСП, постов. Проверялось несение службы караула. В ночное время обслуживания проверялись по спальным местам. Особое внимание обращалось на лиц, состоящих на профучете. Средства связи, сигнализации, ТСО, освещение в исправности. Опергруппа работала согласно графику. Правильность ведения регистрационных книг и журналов проверена. Нарушение установленных сроков проверки сообщения о преступлениях и происшествиях не выявлено. На 8.00.16.10 учреждение содержится всего 217, жизненно 177, общий 40, ШИЗО 1, безопасное место 1, склонно 34, медицинская часть 1. Оперативная обстановка учреждений удовлетворительна. Доклад закончен. Дежурные вопросы есть? Нет, все. Дежурный. Заниматься. Порядка дня. Да. Все, это, да. Сергей, не иду. Что у вас, все настроено, да? А? Сергей. Подходим. Колония на Огненном с 1917 года, когда к власти пришли. Пришла власть советов. Расформировали монастырь, разогнали монахов. И с тех пор была зона для врагов народов, для колонии для инвалидов была. И вот последняя уже реорганизация была, что для лиц, которым смертная казнь в порядке помилования заменена по жизни лишения свободы. Так вот колония называлась. А сейчас просто для лиц уже не смертная казнь, так как нету, кому дана по жизни лишения свободы. Особый режим. Почему именно в зоны? Отец работал, наверное, из-за этого, что это уже как-то в детстве всех их тут видишь, осужденных. Не знаю. Как говорится, по пути отца, предков. Вот отец работал, я пошел работать, пошел учиться, получил высшее образование, пошел работать в зону. Надо же кому-то работать. Все, если будут на гражданских, кто будет работать, охранять? Страшно? Нет. Страшно не было, они тоже люди. Поначалу, да, поначалу как-то оно... Не то, что страшно, как-то непривычно, неуютно себя чувствуешь. Но не надо опускаться до уровня сушеных просто и все. Будешь знать закон, будешь жить. Не будешь знать закон, сожрут сами осужденные, все. Так. А бояться? Бояться. Ну да, может, в глубине где-то там есть какой-то страх, но его подавляешь. Они люди. Просто попали не на тот путь немножко, и все. От суммы и тюрьмы зарекаться не стоит, поэтому мы можем тоже там оказаться. Главное найти... Ну, общий язык, можно так сказать, осужденно. С осужденными пообщаешься, весь мир познаешь. Со всего СССР бывшего синяга. Много чего рассказать могут. Я познакомился на Украине и привез ее оттуда сюда 4 года назад.
Поехал в отпуск. Познакомился, через год поженились. Все, через 3 месяца приехал, сделал предложение, еще через 3. Подали заявление, еще через 3 поженились. Повенчались, привез сюда, все. Да, ну как, ехать с непривычки куда-то, да, боязно все равно. Думал, хуже будет, хуже некуда. В некоторых домах отсутствует вода, водопровод, вода с озера, носить постоянно. Как у меня классный руководитель в школе, когда я сказал, что жену с Украины привез сюда на остров, я сказал, у тебя жена декабристка. Ну, здесь всех так называют жен, которые поприезжали сюда. А что, дальше сейчас ехать некуда. Все, самый край зона. Посреди озера, на острове, Робинзоны. Был денежный перевод на 1000. Понятно. Знаешь откуда? Знаю, знаю. Все понятно. Да. Здравствуйте. Здорово. Василий Ильич, вчера Ласточкина, знаете, приезжал, да? Ну, здесь. Ну, это он деньги оставил. Ну, ну да, я в курсе. А? Я в курсе. Вам отдал, да, 1000? Да. А, ну, а что сегодня на этой репетиции? Да вот мне надо было с вами поговорить, да что-то Ольгу Эльвировну поймать. Зачем? Ну там несколько вопросов надо задать. Понятно. Все, у меня, я в курсе. Сударика. Добрый день. Так, перевод был на 500. В Гыч Хрустального. Знаешь от кого? От мать. Да. Так, сегодня в отдел зайду туда, спрошу. Петрович здесь. Все, давай. Супруга работает тоже в зоне, но работает тоже с осужденными. В ближайших районах здесь негде работать. Единственный заработок – это только на зоне. Зона держит, грубо сказать, 1, 2, 3, 4 деревни, даже 5 деревень, грубо зона, зона она обеспечивает работой. 230 человек работает в зоне. Больше заработка нет здесь в округе. Колхозов нет, совхозов уже нету как таковых давно, так колхозы тоже все развалились. Нет? Приусадебное хозяйство у кого есть, этим много сейчас не наживешь. Зона. Стабильный заработок, стабильная зарплата. Ну как, небольшая. Зарплаты у нас еще божеские. Можно, конечно, было бы лучше, но для деревни, в принципе-то хватает для деревни. Для города такая зарплата, как у нас, это маленькая зарплата. Баран. Добрый день. Перевод был на 8000. Дудиков, НА, Булгакова, Восточная, 32, индекс 450-501. Знаешь, да? Дудиков. Знаешь, что? Булгакова? Да. Улица? Владимирович? Нет, Булгакова, это, наверное, поселок или город. Улица Восточная, 32. Здесь адрес не полностью указан. Ну, индекс запиши 450-501. Найдешь там по своим данным. Так. Без отечества? Добрый день. Переводы были на 300. Так, Личаева, Севск, улица Севска с города, улица Некрасова, знаешь? Да. 200, Демидова, Сорла. Давай. Головачев. Да. 300, Личаева, Севск, ну вместе, наверное, писали туда. 1000, Сухты. Головачев и Т. Ясно. Все. Так, без отечества записывай. Да.
300 Личаева НВ. Как? Личаева. 242-440 индекс. Подожди, Личаева. Личаева НВ. Личаева? Да. Ну, Личаев. Подожди секунду. ИН. НВ. НВ. Это Севска. Севск, да. Улица Некрасова, 24. Вот это да. 200 Демидов ЛЕ с Орла. Знаешь? С Орла? Да. Город Орел. Ну да. Да. В курсе, да? Да. А, Головачев еще 1000 была от Сухты, от Головачева ИГ тоже. Так, два раза Сухты? Да-да-да. А? Да-да, два перевода. По 1000? Да-да. Нет. Младших инспекторов, да, она до 10 тысяч. Это маленькая зарплата. По сравнению, как они здесь работают, какую категорию осужденных, это очень маленькая. У них зарплата, ну, там 11-12, может, тысяч. Примерно так. У меня побольше у начальника отдела. Но до 20 тысяч она не доходит. Даже до 20 не доходит. Короткин? Да. Добрый день. Так, переводы были? Да. Так, 100 рублей. А? 100 рублей с Воронежа? С монастыря, с женского. Записал? Да я так запомнил. Так. И 1000 от Смолкина. Знаешь, кто такой? Да, знаю. Все, давай. Все? Да. Обедать не будете? Комната отметь. Нет? Все, пошел выгнать. Да, я не забыл. Что, сделать? Нет, комиссия. Думать на съемку. Здесь сидеть. Рубль. Сломали аппаратуру. Мясо? Ну. Че на второй? За смертную казнь. Вот туда картошки. Ну, за смертную казнь. Ну, как сказать. Не хочу ничего сказать против судебной системы, чтобы она была более справедлива. Вот так вот можно сказать. Да, смертная казнь необходима, потому что действительно есть такие осужденные, которых, я не просто говорю про нашу зону, а говорю вообще, что действительно, лучше бы она была, чем потом еще на средства государства его содержать, кормить, поить, одевать, воспитывать. С таким осужденным общаться неохота. Зачем? Всеми же самыми, можно сказать, что террористы. Пускай лучше будет смертная казнь. Где-то убийцы, так же само. Нечем жить. Убил ребенка, так. Иди туда же. Все. Есть нормальное осужденное? Да. Которое совершило преступление. Ну, убийство, да. Убийство тяжкое преступление, конечно. Нанесение тяжких телесных повреждений, та же самая. Ну, кражи. Такие вот преступления. За это расстрел я не вижу смысла давать. Да, можно осужденных еще исправить, особенно кто впервые совершил преступление. Кто рецидив совершает, там уже отдельный разговор. Все зависит от состава преступления, от количества совершенных им деяний и так далее и тому подобное. Надо это рассматривать. Раньше была другая система немножко, в советские времена. Есть осужденные, которые сидят по 18 лет. А? Уже? Есть уже отсидевшие. И преступления у них по нынешним меркам это мизерные преступления. Какие? Ну, то же самое убийство. Одного-двух человек. Кража какого-то имущества с убийством. Дают пожизненно. Давали расстрел. За убийство давали расстрел. А сейчас дают, ну, 7 лет, 8 лет. Это справедливо? Если брать закон, это несправедливо. Законы поменялись. Немножко другая система стала, стала демократия. Демократичнее стало, государство мягче. Права человека, гуманизация общества. Закон нужен. Как уже отвечают штрафы,
по правилам, ну, по нарушению правил дорожного движения. Та же самая считаю, что и нужно все ужесточить. Те же самые наказания за совершенное деяние, противоправное. Хотя преступность, сказал один человек, ученый, преступность — это нормальное явление нормального человека на ненормальные условия жизни. В какой-то мере он прав. Обидит мою жену и бьет моего ребенка, я также обижу того человека. Я в суд пойду? Зачем? Смысл? Мне от этого легче не станет. Не тронь. Мое я не трону тебя. Кто-то живет лучше, кто-то живет хуже. Кому-то завидно, берет зависть. Я тоже хочу так жить. Пойду-ка я на преступление. А вось да пронесет. И все идет на авось. У кого-то да, у кого-то психика неуравновешена. Таких людей надо лечить, а не калечить. Кого-то нужно выпустить. Можно выпустить. А через 25 лет они имеют право на условно-досрочное освобождение. Имеют право получить условно-досрочное освобождение. Максимально вот у нас сейчас тут сидел, это 19 лет есть осуждение. Сидели. Осталось 6 лет, имеют право на условно-досрочное освобождение. Но они же тоже люди. Я говорю, от сумы тюрьмы не зарекайся, тоже может там оказаться. Не знаю, хотелось бы, во-первых, чтоб, может быть, условно-досрочное освобождение осужденных по лишению свободы перенесли хотя бы лет на 20. Так вот хотелось бы. Ну а смертная казнь хотелось бы, конечно, чтоб ввели. Представляешь, вот как смотреть человеку в глаза, которого привозят сюда, ты знаешь, что он совершил, что его хочет задушить своими руками. Как смотреть ему в глаза? Поэтому лучше бы она была. Что на острове изменится? Смертную казнь смогут применить уже к этим осужденным. Закон не имеет силы ухудшения. Им дан уже конкретный срок пожизненно. Им не уже не заменят на расстрел. Это расстрел могут заменить на пожизненное лишение свободы. А пожизненное лишение свободы на расстрел никто не заменит. Закон обратной стороны не имеет. Обратной силы не имеет. Здесь ничего не изменится. И все равно будут давать пожизненно, будут приходить. Один человек в год. Ну, может быть, где-то так. Может быть, в 2 года один человек. Поэтому навряд ли что-то изменится. Как было, так оно и есть. Субтитры сделал DimaTorzok.
Счастливо вам тогда добраться до дома. Привет Москве, Ленину, Путину, Медведеву. От пятака. Ну это же пятак. Вы этого даже еще не знали? Наше же учреждение ИК-5, пятачок называется в простонародье.